Вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, нужно задавать с самого детства. Именно поэтому представители МВД по городскому округу Химки приехали в детский сад, чтобы рассказать детям, каково это – работать полицейским. Дети имели возможность не только посидеть в настоящей полицейской машине, но и изучить все, что здесь есть. Например, включить спецсигнал. Это не единственное, что заинтересовало воспитанников детского сада «Лесная сказка» в полицейской машине. Дети с удовольствием забирались в кабину, чтобы включить мигалку, запустить сирену и даже поговорить по рации. Нажимаешь, говори. Деткам рассказали о том, как проходят будни полицейских, как пользуются они спецсредствами, какие состоят на вооружении спецсредства у полицейских. Показали наручники, бронежилеты, дали все это померить, щиты, дали почувствовать себя, скажем так, на несколько минут настоящим полицейским. Юные химчане познакомились с работой кинолога и служебной собаки, а после примерили на себя полицейское обмундирование. Некоторые признались, что почувствовали себя героем кино или видеоигр. Я не сжался. Как полицейский. Брал дубину, щит и еще бронежилет надевал. Но работа в органах не развлечение, а тяжелый труд. Узнать о нюансах можно лишь общаясь с профессионалами своего дела. Встреча с воспитанниками школ и детских садов управление МВД по Химкам проводит почти каждый месяц, давая возможность выбрать свое призвание еще в детстве.